Товарищи сопровождающие заходят в эту систему, учатся и поднимаются на другое, обретают вот это понимание, знание, и тогда тоже создают систему. Но сначала нужно научиться, почему вас везде все завлекают, почему люди без начала быстрее попадают куда-то. Главное – красиво рассказать, потому что поиск бессознательный всегда идет. Нет плохих или хороших знаков, нет их. Есть то, чего мы не знаем, и никто никогда не рассказывал. Тут в одном случае человек создает систему, да, и для него это привычно, Лен. Даже не парюсь, правда? Раз-раз, а вот внутри системы, куда деться? А внутри такие, как вы, создаете порядок. Эти обучаются, как в системе быть, а эти обучаются, как системой управлять. У близнецов всегда «я за счастье». У тельцов всегда «я за счастье». Это потому что я, овны, та же самая история. Я за счастье вообще-то. Вот я села и сказала так, не поняла, почему не молите. Раки начинают болтологии. Женщины бывают строго двух видов. Или она жертва, вот законченная, и вот она прям сидит и скулит, и скулит, и скулит, и скулит. И ей все вот не так и не сяк, и она пашет и пашет. Обычно у нее близнецы рядом, или весы мужчины. Прям вот она и пашет, и пашет, и пашет, и остановиться не может. Или она звезда, которая превращается со временем в паразита стопудово. Работать не будет ни за что и никогда. Две крайности. Чтобы выйти на середину, надо потрудиться. Тяжелые, на самом деле, как по природе закладывалось, самые сильные знаки. Силище немерено, потому что это духовные знаки, которые должны тянуться к знанию. Но вот эти предохранители, черты характера, которые мы обрели в семье, они нам не дают. Папа сказал, ты такая-сякая, ну нате. И сижу я, и только у меня природа, правда? И вот всем смертям назло помру, но не пяди родной земли. Близнецам, да? Нельзя заявлять желаемое за действительное. Потенциал потрясающий, огромный. Его нужно заполнять знаниями, чтобы никто никогда не ловил, что я обманываю. Ракам перестать много думать. И перестать себе убеждать, что я сам не справлюсь. Начинаем с малого, идем к большому. У нас получается интересная история. Вот эти три знака, я уже вам сказала, они живут телом. У них вся жизнь. Холодно-тепло. Нравится-не нравится. Хочу-не хочу. Вкусно-не вкусно. Красиво-не красиво. И это практически точка. Вот весь их объем. Вот так. И больше никак. У вас, конечно, хорошо, я сразу к вам. Вот это взяла и опять к себе. Вот у них форма движения. Точка на точку ходим. Зацепились – получилось, не зацепилось – не получилось.